Buyurun Erem'de bize Nigar Zeynep var. Nigar akşamınız hayır olsun. Tamam Fatih. Buyurun eşitirik sizi. Necesiniz? Çok sağ olun. Siz necesiniz? Çok sağ olun. Ben öz sevgilimi. Aha. Bizim tanış olmamızın bir yıl münasebetiyle tebrik etmek istiyorum. Çok güzel. Bizim bugün bir yılımız tamam olur. Mühabbetimizin. Hı hı. Olur ben Rusça danışım. Hmm. Bence böyle daha asan da olur. Buyurun. Danışın İngilizce. Я хочу сказать, что я его зовут Икмет. Ага. Я его очень сильно люблю. Mm-hmm. Мы познакомились на море год назад. Wow. Мы гуляли просто, не купались. В это время никто не купается. Романтика такая. Да. Да, ща. Да, очень люблю его. Mm-hmm. И желаю нам с Икметом много счастья. И чтобы мы никогда я не расстались. Я тоже желаю вам с Икметом большого счастья. Ну, хватит. Чтобы у вас с Хикметом были дети в дальнейшем, и чтобы с Хикметом жили долго-долго. Ребята, Бели? И вы туда же. Что туда же? Все над нами издеваются. Никто, я не издеваюсь над вами, вы что? Все знаете, как... Что гюзель аду вар, Хикмет? Все над его именем издеваются. Я не издеваюсь, я искренне желаю вам с Хикметом, чтобы ваши маленькие дети были маленькие Хикметы и Нигиарушки, так сказать. Спасибо. Пожалуйста. Все мне еще говорят, что... Самое главное, до конца жизни жить с Хикметом. Честно. Ама мне говорит, что башка оглан тапмаду, эмэлли ады олсун, он ады Хикмет. Siz ne demişsiniz? Biz bizi yüzlerle hikmetler dinliyor ve şimdi onlar siz hikmetsiz kalacaksınız. Ve... Yok yok ben onu çok seviyorum. Ben de başa düşüyorum ki siz onu seviyorsunuz. Ona göre желаю вам с Хикметом здоровья, счастья, детей с Хикметом. И желательно, чтобы до конца жизни да, опять-таки с Хикметом и еще раз с Хикметом. Спасибо. Тебрик ederim Нигар сізді. Олды, сау олын Нигар.